Я пришел на марш, потому что я также возмущен убийством нашего лидера Бориса Немцова, нашего товарища. И это настолько вопиющее преступление, что его даже трудно предположить. То есть, если бы за день до этого кто-то сказал, что такое возможно, я бы не поверил. Настолько это, как обухом по голове, что называется. И, конечно, до сих пор не можем успокоиться, и мы никогда этого не забудем. И при первой же возможности, я надеюсь, мы припомним его убийцам вот все, что можно припомнить. Чуть-чуть отмазать. Мы здесь, Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Минск, что Москва?
лишь борьба дает права! Что Минск, что Москва, лишь борьба дает права! Что Минск, что Москва, лишь борьба дает права! Что Минск, что Москва, лишь борьба дает права! Путин вор!